Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, и мы снова находимся в игре Subnautica. Нет, это Subnautica. Это City Skylines, друзья мои, обнова Sunset Harbor, которая завязана полностью на рыболовстве. Короче, не было же... А почему у нас тут грязно? Нет, это у нас не грязно, погоди-ка, секундочку. Это у нас песочек виден вот так вот, елки-палки. Я думал, у меня тут грязная вода уходит, а на самом деле вся грязь я поставил, чтобы она вышла вот через эту вот трубу. Что ж, да, еще раз всем привет. Спасибо, кстати, за лайки, поставленные перед, то есть по предыдущему ролику. Это очень круто, вы все-таки поддерживаете все наши выживания в этой игре, все наши строения и все в таком роде. Но сегодня мы будем заниматься исключительно... развиванием, то есть нашего города. И, само собой, сейчас покажу рыболовство. Надо найти сначала, где эта хрень находится, потому что это что-то новенькое, которого я еще раньше не видел. Нужно, во-первых, это найти. Где это может быть? Это здесь, что ли? Нет. Здесь, что ли? Уникальные строения. Сейчас найду и скажу. Так, друзья мои, нашел, где это находится. Это находится, короче, прямо вот здесь. Смотри, у нас энергия, вода и отходы и промышленность. И вот здесь вот такая вкладочка есть, где рыбная промышленность и находится. Опля, погоди-ка. У нас сейчас открылась возможность построить вот эту вот штуку. Центр переработки отходов. Давайте мы посмотрим кое-что. Секундочку. Секундочку, центр пере... Опля, у нас тут водички нет. Секундочку, сейчас мы вернемся к этому, ко всему. А что у нас со свалочкой? 7% заполняемости. Давайте мы сейчас все-таки сделаем центр по переработке отходов, потому что свалка очень быстро заполнится, и у нас будет проблема. Нам придется просто поставить еще одну свалку, чего я совсем не хочу. Центр переработки отходов, это стоит 16 тысяч. А что у нас с рыбами? С рыбами. Рыболовный маршрут. Стоимость 0 баксов. Здесь рыболовецкий порт. 8 тысяч. Не так уж и дорого. Я думал, будет дороже. Значит, есть возможность этим заняться. Ставим сразу же центр переработки отходов. Где-то можно его вот сюда вот перепихнуть. Нормально сказал. Запихнуть, блин. Вот так вот. Только, блин, я хотел и там сзади что-то сделать. Он сюда никак... Да встанет, встанет нормально. Тут у нас два завода, мы просто уберем и все. Или? Или это в другое место. Нет, давайте все-таки рядышком. Рядышком будет оно намного удобнее. Во! Херак, блин. И сейчас решим проблему с водичкой. Что у нас здесь с водой? Доступность водопровода, доступность канализации. Секундочку, мы тут урезали бюджет... на воду. Давайте мы сделаем вот так. На 90% пусть работает и там, и там. С энергией вроде бы пока все хватает. Да, энергия у нас в зеленой зоне. Доступность водопровода отлично. Пока что в зеленой зоне. С канализацией тоже все норм. Правда, не знаю, как убавить саму канализацию. Может быть, канализацию убавить можно через ночное время суток. На 10%. Мы убавили, давайте посмотрим. Да, это очень-очень серьезная такая экономическая хрень в этой игре. Потому что если ты что-то неправильно сделаешь, то уйдешь в большой минус. Я учел ваши пожелания и сделал, само собой, смену дня и ночи. Чтобы вы понимали, вот у нас. Использовать динамическую погоду и... Так, где это было у нас? Где? Да, вот оно. Включить смену дня и ночи. Поэтому у нас будет и день, и ночь. Большинство проголосовало за день и ночь. Чтобы у нас была в игре и день, был и ночь. Окей. Рыболовецкий порт. Рыболовецкий порт отправляет малотоннажные рыболовные суда с умеренной производительностью. Они подходят для ловли всех видов рыб. Чтобы судно отправилось в путь, необходимо... Секундочку, а что это у нас за цвета такие? Это нормально так, чтобы такие цвета были? Погоди, теперь вы можете канал. Да я знаю, что канал могу строить. Ты прикинь, я раньше такого не видел. Это все-таки все связанное с рыбами. Здесь водятся лососевые рыбы. Тут водятся анчоус. Дальше, в красных зонах
Да, это лосось, там лосось. Короче, лосось водится где-то на берегу. Дальше подальше у нас будет этот, как его, анчоус. А здесь моллюски. А тунец где? Тунец, скорее всего, в большой воде. Это у нас большая вода находится. Где? Где-то в море. Я не знаю, здесь будет у нас тунец? Или не будет? Хрен его знает. Но давайте поставим все-таки рыболовецкий порт. Не знаю, что это такое. Это просто путь, маршрут. Тыкаем порт, друзья мои, прямо. Но, блин, ну где-то, где-то здесь, с правой стороны пусть будет порт. Тут его нет смысла ставить, там его тоже нет смысла ставить. Прям вот, а правда здесь у нас пляж. Давайте где-то справа, чтобы пляж не портился. Поставим его прям справа, вот где-то вот тут-то. Что у нас тут по ландшафту? Блин, ландшафт у нас немножко тут падает вниз. Но ничего страшного, сейчас у нас все тут будет. Все будет чики-пики. То есть, чтобы дороги тоже были более-менее красиво поставлены. Это значит... А вот так вот. Шикарно. Теперь, что нам нужно теперь сделать? Давайте, во-первых, мы взглянем на этого чуда. Это первый раз, когда я показываю что-то из вот этой вот обновы. Окей, запускаем, как бы, да. Ну что ж, отличная вышла рыбалка. Хорошо. И тут должны быть какие-то корабли. Но чтобы появились корабли, нам нужен, наверное, рыболовный маршрут. Постройте рыболовецкий порт и задайте маршрут, по которому будут ходить рыболовные суда. Маршрут должен начинаться и заканчиваться в порту. Протяженность маршрута влияет на улов. Хорошо. Хорошо. Значит, делаем маршрут. Я не буду делать большой. Я не знаю, можем мы туда выходить? Я попробую. Начинаемся отсюда, маршрут. Блин, прям дорогу строишь, прикинь. Только не говори мне, что это еще денег стоить будет. Вот туда, скорее всего. Сюда могу? Могу. Прикинь, могу даже вот до сюда, чтобы у нас здесь моллюски ловились. Вот. Так. Блин, что-то как-то непонятно, он у нас там крутится. Ну окей, вот сюда вот. Чуток сюда. Пусть он выловит вот этих вот. Отлично. И заканчиваем. Не здесь, а вот здесь. Так, первый маршрут пошел. Давайте посмотрим, как это у нас работает. Корабли будут? Какие-то корабли. Нам нужны корабли. Правда, не надо забывать про экономику. Секундочку, игру ставим на паузу. Там пока корабли появятся. Я хрен за это, не вообще появятся, нет? Рыба. Работников 2 из... Ага, ну понятно, здесь, короче, само собой нужно ставить и электрику, и все, что для этого нужно. Значит, во-первых, дорога. Это обязательная тема. Не знаю, какую. Пока что, мне кажется, есть смысл ставить такую маленькую, обычную дорогу. Потом это все расширится, потом это все мы сделаем. Значит, блин, порт, не порт. У нас сильно испортится ландшафт, если я туда дорогу протяну. Да, сильно испортится. Я хочу все-таки как-то вот так вот. Сейчас, секундочку. Надо красиво, понимаешь? Красиво нужно сделать. А красиво это у нас кругляшок вот такой вот надо замутить. Вот так вот, кругляшок, да, чтобы не сильно ландшафт портился. И здесь, само собой, вот так. Но это некрасиво. Это вообще есть некрасиво. Кругленькие вот такие вот дороги будут. Ага, это вообще капец дорога, по идее. Полный трындец на самом деле. А не, ребят, ну это как бы я понимаю, что порт портом, блин, ну это вообще бред. Это есть не то, правда, как бы это реальность, то есть в нашем мире так дороги как бы и выглядят. Если так подумать, то так оно и есть. Окей, иди сюда. Большой. Наклончик мне не нравился. Вот так. Отлично, отлично. Реальная дорога. Появилась дорога, шикарно. Если здесь дорога появилась, значит вот, отлично. Появился и кораблик. Смотри, какой прикольный корабль. Вот тебе и момент обновы. Ты видишь, один корабль пока что. Не знаю, от чего это зависит. Он уже ловит что-то? Давайте глянем. Рыба погружена 21%. Ух ты ж, елки-палки, как он быстро грузится-то.
очень быстро. Мне кажется, маршрут слишком большой. Ловля анчоуса, ловля всего, короче. Да, мне кажется, маршрут большой слишком. Так, воды и энергии у нас нет. Давайте сделаем тут немножко энергии. Значит, вот так вот тянем сюда. Напрямую прям. Надеюсь, этого хватит. Нормально, энергия появилась. Тянем водичку. Трубы, трубы обязательно. Как же без труб? Вот так вот напрямую прям. Шикарно. Все, водичка появилась. Энергия вроде бы как должна появиться. Сейчас посмотрим, если работает, как мы сейчас думаем. Мы с нашим городом пока что в плюсе. 2800 долларов в плюсе. От 1500... Второй корабль вошел. От 1500 этих жителей. 57. А это есть половина маршрута? 50. У него уже 60%. Где маршруты? Блин, у него очень быстро все выловилось. Очень быстро. Я в полном серьезе. Он больше... Да, он на 100% загружен, а ему еще надо вот тут ловить, там ловить и так далее. Большой маршрут слишком ему сделал. Но потом мы это еще глянем, посмотрим. Смотрите, у нас работников 2 из 26. А почему у нас 3 корабля ушли? Рыбачить. Эффективность рыболовного маршрута 0. Чё? Используется фур. 0 из 6. В нормальной эксплуатации. А сколько ты стоишь? Сколько ты мне стоишь? Секундочку. Ты мне стоишь 80 долларов в неделю. Ни много и ни мало, как бы. Но многовато, я думаю. Я думаю, многовато. О, домишки новые появились. Ты знаешь что? У нас тут есть местечко для парка. Вот прям, почему здесь магазин не строится, я не знаю. Но здесь я могу построить парк. Для того, чтобы у нас было больше привлекательности этого района, мне нужны парки. Это парки и площади. Давайте. Что-то дешевенькое. Уход 8 тысяч. Нет, путаю. Это уход 8. 8 долларов. Развлекательная ценность 100. Здесь 100. Максимум... Оп, 125. Даже есть 125. А с помощью набережного этого можно облагодарить береговую линию и зонировать ценную, чё? Прибрежную часть города. С помощью вот этого. Это набережная, да? Парки парками. Как это выглядит? Вот так? Я набережную, мне кажется, ни разу не делал. Как далеко ее нужно делать? Набережная. Ну-ка, секундочку. Вот как-то вот... Вот от... Какой battery low? Сейчас я тебе дам сейчас. Секундочку. Все нормально. Смотрим на первый прибывший корабль на 100%, само собой. Но мне кажется, второй тоже будет уже 100%-овым. Да, маршрут слишком большой. Или корабли маленькие. Рыба погружена. Отлично. Сейчас давайте посмотрим, сколько он приносит и что тут написано. Работников 10 из 26 уже... Пур пока что не использовано, потому что здесь мы еще накапливаем, походу, рыбу, что ли, я не знаю. Хорошо. Пусть плывут, пусть делают, а я пока что разберусь с набережной, потому что я этого раньше ни разу не делал. Как ее сделать, чтобы не испортить? Вот в полном серьезе, я этого не делал, поэтому хрен его... Ага, уже неправильно. В чем проблема? Требуется береговая... А это что, блин? Че, по воде прям, что ли? О, так, блин, я так не хочу, как бы. Блин, ну, как-то мне не нравится. Я хотел, чтобы это подальше было. А здесь по рисункам-то набережная немножко дальше, чем берег. Я думал, здесь пляж будет, что ли. А. Электрику надо тоже поменять. Мне не нравится, как это все стоит. Блин, далеко, походу. Да, далеко очень. Очень далеко, как я понимаю. И у нас ночь сейчас. Странно. Это что такое? Низкий уровень счастья. Чего? Парки. Да, это я знаю. Парки нужно ставить. Это по-любому. У нас сейчас, кстати, ночь. Мне кажется, мне для набережной мешают вот эти вот столбы. Ночь ночью, но столбы, мне кажется, нужно убрать. Сейчас я напрямую протяну. Само собой, это трата, как бы, и все в этом роде. Но... Какое место занято? Ты чё? Я не могу с тобой соединить эту хрень, что ли? Ха. А, радиус был плохим. Да, вот сюда вот.
А вот так вот. Потратился немножко, да, потратился. Так, город имеет электричество? Имеет. Значит, все это вот можно удалить. Типа вот таким вот образом. Сейчас выглядит все намного опрятнее. И мы строим, опять же, на... Я пытаюсь, как бы я еще не строил, но я пытаюсь. Да, я думал, столбы мешают. Ни хрена, требуется береговая линия. Давайте. Я же не буду эту хрень прям валить в воду. Что-то это нереально, блин. Это как-то вообще странно выглядит. В воду, что ли? Поставить ее. Чисто ради интереса, смотри. Сколько стоит? 300. Вы что, прикалываетесь? Какая береговая линия, блин? Что это за набережная? Вы что, блин? Вот смотри здесь на рисунок, который появляется, как она выглядит. Береговая, это вот как его, набережная, блин. И тут борда какой-то. Это прям обрыв, блин, вниз. И все, прыгай в воду. Береговая линия, они прикалываются, это вообще нереально. Хрень какая-то, я думал, блин, о, такая штука, я ее раньше не делал. Куда ее ставить-то? Крутая береговая линия, на. Во, вот так подальше требуется береговая линия. Пошел ты в жопу со своей береговой линией. Да, деньги у нас есть. Блин, не будет у нас пляжа. А вообще в игре пляжи есть? А то пляжи, пляжи, но... Тут как бы люди гулять должны, да? Странно. Пошли вы в задницу со своей набережной. Нет, пока что я строить ее не буду. Да, тратим деньги, да. Но это все говно полное. Мне не нравится. Мне вообще не нравится. День и ночь, видишь, включил день и ночь. Выглядит все круто, все обалденно. Что у нас по изменениям... Блин, как же темно, я же вам говорил, что неудобно немножко ночью играть. Что у нас здесь? Было 7%, сейчас стало 9, или сколько там было. Но оно, как бы свалка заполняться будет по-любому. Правда, медленнее. Потому что центр переработки отходов у нас все-таки работает и вывозит якобы мусор лишний, скорее всего. Теперь, по рыбе. По рыбам, что по рыбам? Тут написано рыба, больше ничего. Я не знаю, как здесь этим управлять. Больше маршрутов ставить, что ли? Пока что нормально. Фуры еще здесь ничего не вывозят, ничего. Бывает. Значит, парк. У меня был план с парком. Смотрим, какой парк лучше. Этот, который стоит 240, блин, ботанический сад, 240 в неделю. Обойдетесь. Рано. Рано пока такому городу такой парк. Люди, смотри, отдых. Парки и площади. Люди типа совсем не несчастливы. Вот все красное, это плохо очень. Людям не нравится здесь жить. Хрена себе, чего он такой здоровый-то? 8 долларов в неделю, а он такой здоровый. Куда тебя поставить-то? А, радиус тоже как бы не маленький у него. А что поменьше у вас есть, господа? Вот. Сколько ты стоишь? 24. Это 8, это 24. Это у нас... Это 40. Но это слишком здоровенная хрень. Я вот за 24 поставлю. Чтобы было у нас как бы... Все круто. И даже... Влезет... Блин, там домов пару сломаю. Вот здесь домов сломаем. Здесь мы ломаем пару. Там дорогу не хочу. Короче, один дом сломаю. На! Херак! И все счастливы. Запускаем игру, чтобы глянуть, что это нам даст. Все, игра пошла. Смотрим, во-первых, на парк. Вот такой вот маленький парк для того, чтобы играли дети. Да, ночью, днем, как без разницы. О, с водой проблему, я понял. Я таким образом просто экономлю воду. Да, на красном уровне у нас стоит вода. Бюджет воды мы немножко повысим до 100%. Давайте... Да не, ночь, пусть будет ночь поменьше. Вот, на 80 даже. Дождик пошел, кстати. Кстати, пошел дождик. А, кстати, сейчас в этом и проблема, что я на ночь поставил... Нет, мало воды, значит, надо все-таки ночь тоже поднять до... Да пусть будет до 100%, на. До 100% поднимаем, потом нам придется просто-напросто сделать чуть побольше все это вот. Побольше водостанции и так далее. Знаешь, что прикол? Прикол в том, что я дождя вроде здесь не помню.
Вроде был дождь, а вроде не был. Хрен его знает. Смотри, я парк поставил, а людей как бы что-то слишком много, их не прибавляется. Но видна другая проблема. Есть потребность в жилых зонах. А если такая потребность есть, значит, нам нужно это строить. Строить я буду где-то в эту сторону. Секунду, ставим игру на паузу. Очень сильно люди хотят здесь у нас жить. И начинаем ночную стройку. Прям ночную, ночнейшую стройку. Что это такое? Это у нас круги. Что-то здоровый круг. Здоровущий такой круг. Мне он не нужен. Такой круженцей. Блин, ну вот видишь, время пришло как бы ночью строить. Как я сейчас ночью строить буду-то? Как я буду ночью строить-то? А давай. А я это ровненько буду строить? Это у нас, да, это прям ровненько стоит, хорошо. Я могу его... Стоимость 2500, нифига. Тихо, я его поставил! Стой! Передвинуть как? Где? Вы что, серьезно? Я случайно, у меня палец тяжелый, он упал, блин, на мышку. Не бульдозер, блин, переместить его надо. Это же были такие штуки, перемести, типа, рельеф. Хрен переместишь. Хрен. Здесь круг мне вообще не нужен, поэтому, к сожалению, трата денег. Ну, на это мы и зарабатываем, чтобы их тратить, поэтому не паникуем. Вообще, стоя... Вот так вот. Не паникуем, я оставлю этот кружочек вот где-то... А сейчас будет понятно, как я его ставлю. Вот таким вот образом я его поставлю. Я вот отсюда продвинусь дальше. Да, 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 да. Секундочку, секундочку. Вот так. Это вот сюда. Чё? Возьми нормальную дорогу. Нормальную дорогу. И строй также нормальную дорогу. И здесь что-то мы придумаем с этим кружком. Вот. Есть контакт, есть. А значит, если у нас такие дела пошли, значит, мы делаем дальше. Вот так вот. А, я же говорю, вот так вот сделаем. О, фантазия работает. Работает фэнтези. Фэнтези сработал. Сработал фэнтези, чтобы было все симметричненько. Такое, чтобы было прям прекрасненько все. А для этого нам нужно сделать... Не, ну туда его втягивать не надо. Давайте эту дорогу вот сюда как-то приведем. Блин, вы мне писали, Кент, делай круги, делай развязки, потому что развязки это наше все. Давайте сейчас попробуем на развязках, то есть поэкспериментировать. Я беру вот такую вот дорогу. Это самое дешевое, чтобы мне не было больно на это смотреть, да? Здесь мы это все ломаем, конечно, нам эти вот дома не нужны, как бы ничего страшного, построят новые, да, я же как бы такой мэр, типа, мне насрать на всех и делаю, что хочу, как говорится. И теперь развязочка, делаю ручную развязочку, то есть сам, тихо, тихо, видишь, как сам уже криво сделал, это первая моя развязка в этом сезоне, именно, в этом году, раз, небольшой ли круг будет? Нет, это, мне кажется, слишком здоровый круг. Давайте где-то серединочку найдем. Это более-менее середина. Тоже середина. Нельзя. Место уже занято. Вы что, прикалываетесь? А что так? Почему же это? Подальше. Тоже нельзя. Ну, давай. Вот так. Тоже нельзя. А в чем проблема-то? Место занято-то. Секундочку, сейчас я кое-что переделаю. Я вас сейчас научу, как делать развязочки. Хорошие прям такие развязочки. Но постройся же. О. Расть. Есть, на сельской дороге, короче, будете кататься. Ну вот так вот, да, им не понравилось. Конечно, не понравилось, блин. Сельская дорога такая у нас появилась. И тут херак, блин. Сказали, езжайте как хотите. Я хочу просто не такую развязку большую сделать, а хочу чуть-чуть поменьше. И нам нужно... Должна же. Место уже занято. Могу ли я все это вот говнецу отключить? Вот прям все прям. А. Окей, тогда возьмем отсюда. Такс, включить.
что, серьезно? Только от этих точек можно вести... Так, я не понял. От точки до точки, что ли? Вы прикалываетесь? Это вообще нереально. А если нормальную дорогу взять? Прям нормальную. Рано. Я вообще другую развязку сделаю. У нас тут две дороги туда идут. Да, две дороги. Значит, вот такая вот развязка будет прям посередине. Берем сюда. Берем вот где-то вот так. Вот серединку делаем. Нормально? Нормально, нормально. Вообще идеально все. Также серединочку находим. Идем сюда. Надеюсь, это все у нас будет ровненько. Давайте вот так вот. Такое ощущение, что это все у нас квадратное. Но это все так кажется. Вам так кажется. Секундочку, секундочку. Секундочку. О! Да. Кругляшок. Кругляшок. А что лучше? Погоди, это тот же круг? Я сделал просто его вручную. Ага. Не, это больше, но мне больше как бы сейчас не надо. Сейчас самое главное, чтобы вот эта развязочка у нас вышла на нормальную дорогу. То есть, чтобы она пристыковалась с этой дорогой. Так, мы вот эту дорогу... Вот смотрите, вы понимаете, о чем я говорил? Убрать ночь. Потому что ни хрена и вам не видно, и ни хрена и мне не видно. Так что пишите еще раз, ночь убрать или все-таки ночь оставить. Говорят просто типа круче. Намного круче там, туда-сюда. Вот так вот. Но что вам не нравится-то? Не могу? Не могу. Мне нужно как-то вот это вот присоединить сейчас. Присоединить. На половиночку. Можно, в принципе, сюда. Правда, мне кажется, сейчас я круг сломаю свой. Сломал? У меня какой-то овал получился уже, а не круг. На самом-то деле. Это мы поменяем. Здесь я по-любому все переделаю, если что. Блин, прикольно как бы. Не так уж и плохо. Овал так овал, хрен с ним. Правда, вот это вот можно потянуть чуть ближе. Вот это вот можно потянуть чуть ближе. Давайте сделаем. Испытание, блин. Сюда, что ли? Слишком близко, да? Или? Да не, нормально. Нормально, пойдет. Блин, такой круг еще никто не делал, мне кажется. Единственное, что все светофоры нужно будет убрать. Ну, глянем, как это вообще работать будет днем. Давай я запускаю сейчас игру, пусть у нас прибудет день. Просто это все надо делать не ночью, а на паузе, чтобы у нас деньги не терялись. Погоди, 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 я тут еще не запустил еще людей, а тут уже все начинают ездить. Вот так вот. Вот так. Тут как бы тоже кружочек должен был быть. А. Тут бы кружочек должен был быть, но кружочек тут поставим чуть позже. Блин, твою же медь, куда же это все поставить? Хорошо, я знаю. Где это? Но... Тут найду я середину. Тут ни хрена эту середину не найдешь, Кент. И будет уже как будет. Вот так вот будет. Круг я ломаю полностью, мне кажется. И вот так вот будет. Мне кажется, вот так. Сейчас, секундочку, видишь, какие инструменты у нас тут делаются. Это убрать, убрать. 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 И отлично. А, отлично. Вообще, Вася. Видишь, какую развязочку сделал. Прям шикарнейшую развязочку. Правда, вот это вот надо все поменять. Чтобы это было круговое движение в одном направлении. Поменял, поменял, поменял. Все поменял? Нормально, вообще нормально. Смотри, с большого этого города, ну, в смысле, там, с большой страны, как бы, заезжают сюда машины. Туда куда-то, не знаю почему, едут. Так, мне это надо поломать, сломать. Нет, вам здесь ничего не надо искать. Это мы сломаем. Заезжают сюда. Гром. Заезжают сюда. Ты видишь, да? Заезжают сюда по кругу. Отлично, пробок никаких нет.
и выезжаю туда обратно в большой город. Капец, блин, мне нужно было тут дохрена времени потратить на это. Правда, развязка моя полное говно, потому что она ни хрена не круглая. Смотри, по-цивильному сделал. Ты видишь, по-цивильному сделал, что было все, блин, вообще как бы удобнее людям. Все для людей, как говорится. Прям все для людей. Это значит, секундочку. Это значит, что мы вот это вот меняем. Вот так вот. Потом строим. Че я парюсь? Давай круговую сделаем. Делаем же как в реале. В реале у нас что получается? В реале у нас получается дороги как бы не прямо уж такие ровные, да? Ну, в смысле ровные. Прямые. У нас получается там круговые, там такие интересные, да? Вот тебе интересная дорога. С кругляшком. Вот так, чтобы все было удобно. Теперь. Все круто? Все круто. Обалденно? Обалденно. И вот это вот протягиваем. А вот так вот. А вот так вот. Все. Теперь у нас все работает правильно. Круг у нас ровненький. Здесь фуры заезжают. Светофоров вроде бы как я не вижу. Да, тут даже знак стоит, что смотри, налево поворачивать нельзя. Прикольно. И по кругу все катаются. Вообще идеально. Да, правда, много времени на это надо было, но я пришел, мне пришлось еще как бы сделать это, заняться этим еще даже на паузе немножко. Так что работаем дальше. Теперь у нас минус 50 человек, не знаю, почему они уходят, потому что им негде жить. Значит, мы ставим игру на паузу и начинаем строить районы. Районы у нас, как обычно, будут, магазины у нас будут вот по центру. Это значит, где-то здесь, здесь, здесь это магазинчики будут. По краю тоже магазинчики будут. Вот так вот, это вручную прям направляем. Дадим им возможность вот так вот построить тут магазины. Да, скорее всего, даже вот так пусть будет. Да, вот так. А дальше уже нужно дома. Давайте им разрешение на дома. Значит, даю разрешение на дома вот таким вот образом. Таким вот образом. Таким и таким. Давайте, стройтесь. Игру запустили, чтобы люди уже строились, чтобы вот эта шкала немножко упала. И чтобы уже избавиться от этой ночи. Нет, друзья, это нереально. Я понимаю, что вам как бы и ночь нравится. Но тут работать ночью, и это Unreal. Ни хрена, бля, непонятно, очень неудобно. Поэтому извиняйте, но вот я считаю, что это вообще полное говно сейчас. Как вроде видно, вроде, а не видно. Так, мне надо вот так вот сделать. А теперь что можно сделать? Теперь что-то нужно тут придумать. Давайте дойдем до сюда. Здесь дойдем до сюда. Здесь мы сделаем вот так вот полукруг. Вот так вот. Как-то... Нет, погоди. Сейчас сделаем по-другому. Отлично. Вот так вот. Нормально? Нормально. Да, довольно прикольный такой проект. Хорошие такие красивые тут дома будут. Тут, как его... Есть даже... Тут у них, кстати, электричество есть. Тут у них электричества немножко нет. Тут у них даже деревья будут. А вот водички у нас пока что нет. Значит, протягиваем воду. Воду. И воду. Отлично. И здесь как бы то же самое. Нужно протянуть все вот так. И более-менее... Да, вот так. Так, все, привлечение людей у нас пошло, 83 человека в неделю, и что мы видим? Мы видим здесь 3000 прибавки к нашему бюджету в неделю, это круто. Я что-то не пойму, это у нас ровненько тут стоит или немножко неровненько? Я... Вообще без разницы, знаешь, как вообще без разницы, более-менее ровно и как бы пойдет. Дальше, домишки хотите? Хотите домишки? На вам домишки. Вот здесь дома будут, вот здесь дома будут. Дома будут, дома. Вот здесь тоже это прям крутые, прям дома, дома. Дома, 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 дома. Тут тоже домик. Не забудьте взглянуть на новое разблокированное здание. Парковое депо, чё? Где?
Это парковое депо. В парковом депо базируется и обслуживается техника парковой службы. Машины этой службы курсируют по городу и улучшают парковые зоны, повышают их развлекательную ценность и радиус действия. Блин, ну вы какие-то дорогие, блин. Фига себе вы здоровые. Парковое депо. Да дорого пока что. Пока что дорого. Еще 10 тысяч стоит. И плюс к этому очень дорого это стоит в обслуживании. Обслуживать эту хрень слишком дорого. Полиция сдает малометражные. Чего там с полицией уже не то. Сейчас, секундочку. Нормально все. Низкий уровень преступности. Все есть. С полицией у нас все нормально. А здесь я еще не закончил. Здесь мы не закончили. Мне нужна здесь обязательно дорога. В обязательном порядке. Сюда будет заезд в этот район. Но не до конца. Че ты привязываешься, блин? К этому кругу. Не надо тебе привязываться. К нему. Нет. Вот середина. Это середина? Вот она. Я вот хочу сюда уйти, да. Такс, я хочу сюда уйти. Сейчас, секундочку. Ага. Как-то вот. Так, скорее всего. Правда, мы кусочек здесь отрежем. Вот этот. Отлично, как я уже и думал. И день наконец-то наступает. Теперь отсюда мне нужно вот так вот дорогу сделать. Скорее всего. Как далеко ты пошел-то, а? Вот сюда? Сюда. Да я хрен с тобой, вот сюда вот и пойдешь. Нормально. Чуть больше вправо пошел, но ничего страшного. Главное, чтобы у нас тут дома строились, чтобы все были счастливы. Вот он, вот. Видишь, погода плохая, все плохое, короче. Все при... Ох, электричества нет. Чего? Электричества вообще мало. Всем мало электричества. Значит, бюджет поднимаем до 100%. Пусть работают все по максимум. Что у нас по воде? По воде тоже воду нужно поднять немножко. Водичку ставим на 110%. И 105-104 ночью. Сейчас... Ага, здесь построились, а энергии-то нет. Вам нужно, чтобы здесь построились люди. Вот прям до конца, прям какие-то дома должны появиться. Блин. Это плохо. It is плохо. Сейчас, секундочку. У нас же ветряк есть. Энергии так мало. А здесь гора. Кстати, а если здесь гора... Блин, а он шумный. Ветряк шумный. Ну... А вот сюда его поставлю. Ветряк нужен? Нужен. На вам. Энергия. Во. Решение проблемы. Видишь? Как у нас быстренько решаются проблемы. Наконец-то день. Наконец-то. И тут уже есть свои деревья. Правда, эти вот деревья нам нужны для того, чтобы... Ой, лесополосу тут как бы построить. Так, это что? Это у нас добывает рыбу. 4000 плюса, блин. Ни хрена себе, блин. У нас 4000 в плюсе. При 2000 этих людей. Людях. Все, тут район строится. Вот этот падает, нет? На спад уходит. Домов дофига. То есть земель до хрена. На, строитесь. Не хочу, как говорится. На, и здесь тоже строитесь. И там, и тут. На вам, строитесь. Вот, все свободное. Полоса должна уйти. Теперь. А здесь нужно промышленность немножко поднять. Вот так вот. Пожар, это есть маленько плохо. Тут пожарная будет ехать, не? Да, едет. Пробки есть? Да, рано пока что. Вот машины, по идее, должны пропускать ее. Ага, вот у нас еще одна машинка едет. Да, на пожар. Нормально, завод горит, ничего, справятся. Главное, бабосики. Главное, что у нас бабосики есть. Бабосики, это самое главное. Теперь, здесь тоже, как бы, вот эти вот развязки должны быть где-нибудь... Где-то вот здесь нужно было бы их поставить-то. Я бы, наверное, вот здесь тоже развязку поставил. Давайте вот сейчас прям решим эту проблему, потому что проблемки у нас есть и немало.
Значит, берем уже готовую развязку. Правда, она стоит до хрена, блин. 500, да, хотя пойдет. Блин, здоровый очень. Почему их меньше нет? Да и сделать что-то у меня не получилось поменьше. Очень странно. Но пусть будет здесь развязка, что ли. Не хотелось бы мне здесь ее ставить. Так, придется самому. Придется самому сделать. Все, бомжатская развязка, развязка готова. Знаешь, делаем вот такие. Да нормально, а что бомжатская, блин? Вообще все, все четко. Все четенько. Развязочка тут у нас появилась. Это хорошо. Вы просили развязочки, воду. Развязочки, все, пошли, поехали. Нормальная развязка. Ручная, чуть меньше, чем обычная. А, тут подъем был, вот в чем проблема. Тут немножко неровная земля. Поэтому вот такая вот фигня. Угу. О, заводики, заводики, заводики. Знаешь, что заводик? Вот ты сюда пойдешь, дорога сюда. Дорога даже не сюда. Да вообще насрать, вот так вот как-то пойдет, да? Даже сейчас кругляшок здесь маленький вот такой вот сделаем. Вот так вот, чтобы она ушла. Ну дай же мне туда выйти. Вот так. Сейчас, секундочку, вы поймете, что я делаю. Ну, да, деревья здесь посажу. Не знаю, если это поможет. Хрен его знает. Но что-то должно помочь. И тут также. Да, вот. Есть контакт. Здесь, само собой, идем сюда. И строим, строим, стоя, строим. Ничего не строим, мы ставим где-то деревья. Правда, мне еще нужно понять, где они. Вот они, здоровенные такие, по 10 баксов. Куда их можно ставить? Сейчас, секундочку, мы сначала здесь дадим добро на строительство, вот так вот. Чтобы мне было понятно. На, строитесь, строитесь, строитесь. Вам нужно, нужно, нужно. Нужно строиться. Нужно строиться. А деревья прямо вот. А что такое? Дуб. О, так они, бедные, тут страдать будут. Дубы наши, они даже расти не будут из-за того, что тут экология вообще полное говно. Много баксов сейчас потеряли. Много, много. Деньжата уходят, уходят. Но нормально, нормально, зато дубы, дубы. Расти будут. Попал? Попа, круто попал, но здесь как бы не попал. Но они расти не будут, нифига. Так оно и будет, скорее всего. Хорошо. С этим мы решили проблему. С этим решили. Здесь у нас дома. Да, да, место под дома еще есть. Вот серьезно. Под домики местечко есть. Да? Да, давайте выше посмотрим. Здесь развязка, там развязка. Какой-то знак, хрен его знает, только я так, такое могу сделать. Но зато прикольно, тут как бы еще можно там немножко деревьев сделать, чтобы было прям красиво. Люди строятся, у нас 4000 баксов в неделю, люди приходят в наш город. У нас здесь все прекрасно, рыба ловится. Правда, уход это 80, а... развивающийся городок, мы даже за серию подняли себе уровень. 2200 человек, мы достигли хорошей такой цифры. Можем купить еще землю. Блин, я хотел сегодня купить, но сегодня уже не покупаем. Общественный транспорт открылся, уникальные сооружения, пешие экскурсии, автобус, экскурсии. Специализация горнорудная, горно чё? Горнорудная промышленность. Переработка отходов, это вроде было уже, нет? Или... А, это политика, я понял. Дороги, разные развязки и так далее. Съезд с шоссе. С шоссе. О, вот это вот крутая тема. И односторонний пункт взимания платы. А это было раньше? Мне кажется, этого раньше не было. Кладбище, нужное дело. И автобусное депо. Рыбоза... Опля. Рыбозавод. Рыбозавод. Сколько ты стоишь? Рыбозавод. Новое здание, давайте. Чё? Высшая школа? Кому нужна высшая школа? Нужна? Ну, секундочку, так, закрывайтесь. Где у нас рыбозавод? У нас тут проблемка, то есть проблемка. У нас кое-что интересное появилось. Вот рыба. Но... Чё-то я... Рыбозавод не вижу. Это что? Телескоп Диш. Хрен знает, что такое. Ну, допустим.
А, написано, рыбозавод находится все-таки в заводах. В этой штуке, вот здесь. Где рыба... Я не это хочу построить. Рыбозавод, это же рыболовецкий порт. А где рыбозавод? Рыболовецкий порт, опять же. Закрытый рыболовецкий порт по ловле этих вот моллюсков. А это что мы сделали сейчас? Просто рыболовецкий порт. А это именно по анчоусов. Это по лососевых. По ловле лососевых. Моллюски. Тунец. Рыбоводное хозяйство. Ферма по выращиванию водорослей. Морские какие-то капусты. Тут что ли? О, елки-палки. Рыбный рынок даже есть. Стоимость 25 тысяч, это стоит. Это стоит 15. Рыбный рынок и рыбозавод. А ну-ка давайте сделаем рыбозавод. Скорее всего его нужно делать, ну, типа неподалеку что ли. Да я бы хотел вот сюда его, поближе к этой дороге. Хотелось бы его поставить-то, а? Было бы неплохо, кстати говоря. Правда, для него нужна инфраструктура нужна. Просто подальше хотел. Что он делает? Он делает шум на 50. Загрязнение 50. Рабочих мест 53. Блин, да его хоть сюда ставь, потому что здесь у нас все загрязнено уже. А ты что, рынок, делаешь? Рынок у нас шум 50. Рабочих мест 33. Загрязнение 0. Загрязнение 50 делает завод. Это как... Примерно, какие у нас у завода есть? Нет, загрязнение 100. Блин, ну свалка 100 дает. А вот этот 50, ну тоже как бы грязная хрень, блин, в полном серьезе. Очень грязный. Для воды это плохо, в принципе. Не, друзья, это у нас промышленность такая будет. Я его вот сюда вот поставлю. Блин, какой же он шумный, охренеть. Офигеть, он шумный, смотри, радиус какой здоровый. Тут у нас дрова рубить будем. Блин, я тебя сюда поставлю. В полном серьезе, прямо у дороги, прям, насрать. Стой, как-то надо придумать здесь. Как-то здесь инфраструктуру ему надо замутить. Сейчас, секундочку, дороги туда, дороги сюда. Ему дорога нужна отдельная. Могу ли я отсюда уехать туда, да? Как-то у нас тут неровненько получается почему-то. Ну понятно, потому что я все криво построил, да? А, такс. Типа вот так вот. Типа вот так. Вот так вот, перекресток такой маленький. Да. Теперь мы типа ставим рыбозавод. Это вот здесь, чтобы он там, ну, у нас не шумел. Тут не нужна эта вот? Нет, энергия вот эта вот мне уже не нужна. Она мне просто мешает сейчас. А, нет, нужна, блин, это же соединение к этому вентилятору. Блин, его бы пора уже убрать. Могу ли я тебя переместить? Чувак. Могу ли я тебя взять, да и... А перенести здание вон туда вот встань. Да, отлично, значит я это вот все могу убрать. 1, 2, 3, 4, 5. Есть контакт. Отлично, рыбозавод. Сколько ты стоишь в неделю? 400 в неделю, елки-палки. Зато бизнес будет, зато бизнес. Нате! Рыбозавод, блин. Прямо у автобана. Ну вот так и должно это работать, по идее. У автобана это и должно быть. Отлично. Дорогу замутили. Теперь нужно по кругу провести ее, стой. А, вот так. Так. Вот так вот. Отлично. Туда не идет. Сейчас пойдет, сейчас все пойдет. Что ты думаешь, что не пойдет? Все тут у нас пойдет. Так пойдет, что?
Мало не покажется. Мы же тут профи, блин. Профессионал строители. О, прям по кругу этого завода, блин. Все у нас пойдет в обход, блин. Фуры. Обратно, короче, они заезжают. Смотри, они заезжают из большого как бы города сюда. Заезжают вот сюда. Вот так вот по кругу заезжают. Потом сюда, обратно. И вылезают сюда. Да, все правильно. У них отдельная будет дорога. Это очень круто, это вообще идеально. Правда, далеко я тебя поставил. Видишь, как все. Как все шикарненько у нас тут получается-то, а? Не, мне нужно, чтобы ровненько все было. Хотя, вообще, в жопу эту ровность. Но-но-но. Дай, вот. Я же говорю, в жопу. Отлично. Отлично, Вася. Зачем эти ровности? Потому что ровности не в жизни не бывает. Все, запускаем. Правда, блин, заводу нужна электрика. Твою ж медь, а? Да и вода ему нужна. На тебе воду. Тут все есть. Тут и вода, и все есть. Еще вентилятор. Один переместили. А у тебя будет отдельный свой вентилятор, ты понимаешь? Отдельно стоящий. Вот так вот. Что ему не хватает? Что-то не хватает. Множество проблем. Уход 400 в неделю не работает завод, потому что повысите свой, чё? Улов. А также обеспечьте грузовикам с рыбой проезд на рыбозавод и рыбные рынки. Ага. Рыбные рынки. Так, с водой у нас проблемки. Сейчас, секундочку. Водичка у нас проблемы должно быть. Вот так вот. Там у нас водичка просто проблемы были. А, с водичкой не проблемы были. У нас с водичкой вот это вот было. Да, я понял. Господа, все нормально. Все нормально. Я же говорю, все нормально. Когда мэр города говорит, все нормально, то значит все вообще чики-пики. Чтоб чики-пики у нас было, делаем вот так. Все, водичка у нас... не проблема. Так, у нас рыбы нет. У нас мало рыбы. То есть мы только начали ловить рыбу. А тут это все дело будет простаивать. Рыбный рынок. Куда тебя ставить? Тоже шумный. Свежие продукты получим. Давай тебя. Ну, у рыбного завода. Куда ж тебя еще? Смотри. Тут столько людей будет у нас. Гарак! Есть. Ты сколько в неделю стоишь? Рыбный рынок. 192. Блин, вот на эти вот две штуки у нас 592 доллара в неделю уйдет, блин, в минус. Все, тебе тоже энергия нужна. А зачем тебе энергия? Блин, ну что вы не соединились? Что же вы как дети, а? На вам. На. Вот отсюда. Вот отсюда. Вот так вот. Есть контакт? Соединились? Нет? Да, включайся. Да, питание пошло. Водички тебе, ну, надо еще добавить. На тебе водички еще. Вот так вот, отлично. Чтобы с водой проблем не было. Рынок как бы должен работать. Прикольно выглядит. В этом и весь нюанс, что это все очень круто выглядит. То есть новые здания. Правда, сюда еще никто не едет. Вообще шикарно. Смотрится прям великолепно. И завод, правда. Камера, не прыгай. Смотри, в объезд тут все у нас, тихо. Вот так вот красивенько выезжает. Красиво вообще, все кругленько, все смотрится прям прекрасно. Тракторы тут у нас едут. Мне нужно будет политику поставить, чтобы машины большие, грузовые, не ездили. У-у-у, они все через город едут. Нам объездную нужно поставить. Круто, блин, когда этот тоже идет, вообще прикольно. Да, они все туда, елки-палки, через весь центр. Нам вот сюда вот объезд нужен будет сделать. Нужно будет и политику поставить, чтобы в городе машин грузовых не было. Обязательно прям. Короче, друзья мои, все у нас великолепно. У нас 3500 долларов прибыли в неделю. Это очень немало. Потерять что-то кошелек, там говорят. А люди здесь строятся, правда, здесь с водой опять же проблемы.
Средний уровень здоровья. Чё? Доступно кое-как 100. Средний уровень здоровья 58. А почему не выше? В чем проблемка? Центр по уходу за пожилыми. А вот оно что. Нас игра, блин, все-таки заставляет вот за пожилыми там осмотреть. Детскую больницу сейчас скажут поставить. Это все новые здания, которые просят денег. Уход 600 баксов в неделю. То есть 3600 у нас в плюсе, а будет 3000, если я эту штуку поставлю. Пожилых у нас пока что нет. Нет у нас пожилых. Нет их. Нет. И все. Блин, ну приходится пока что вот приходится повышать вот этого дела, но придется со временем ставить другую станцию по добыче воды. Детская больница. Я же говорю, нас игра заставляет вот это вот все строить. 500 уход, блин, в неделю. Но мы поставим. Поставим, но пока что не сегодня. Что ж, на этом мы заканчиваем. Надеюсь, вам все понравилось. У нас тут показано, что нужны еще дома. Людям нужно строиться. Но я вроде как бы дал добро здесь, чтобы они построились. Место есть. Не хотят. Им не нравится район, походу. Серьезно? Стой, парки. Так, где парки? Да уберись. Да, райончик так себе. Райончик без парков — это не райончик. Значит, чтобы у нас был райончик хорош такой райончик, чтобы у нас был вообще хорошая райончик. Вот такой прям прилегающий вот такой райончик этому кругляшку. Опаля! И все будут тут рады и счастливы и будут строиться прямо возле этого парка. Вот так вот. Вообще шикарно. Так что на этом мы заканчиваем. У нас все прекрасно, все превосходно. Игра идет как бы своим чередом. Мы тоже как бы помогаем игре и этим людям, чтобы они развивались. И, кстати говоря, вы мне писали назвать город каким-то другим именем. Как это сделать, хрен его знает, но где-то это у нас, наверное, вот здесь и делается. А я его назову Just Best City. Вот так. Мне писали вот это в этом. Мы так его и назовем. Just, даже с пробелом. Вот так вот. Best City. Отлично. Вообще идеально, ух ты. Я на эти вкладки никогда не смотрел. Прикольно, тут у нас дети, подростки написано, сколько их, молодежь, взрослых и пожилых. Ну, немного. Немного, нормально. Здание в зонах распределения. Чё-то вы тут мигаете, создайте парк. Создадим, зону парка создадим обязательно. Все. Друзья мои, с вами был Кентавр, это была игра City Skylines, чтобы у нас было продолжение этой очаровательной игры, не забывайте поставить пальчик вверх, подписаться на канал и рассказать друзьям о нашем канале. Всем удачи и всем пока. Пробок пока что нет. Справляемся, значит.